Управление Пенсионного фонда напоминает, что заявление о выборе набора социальных услуг принимается до 1 октября 2016 года. Право на получение набора социальных услуг, согласно действующему законодательству, имеют федеральные льготники, ветераны боевых действий, инвалиды, в том числе дети-инвалиды, инвалиды детства. Социальные услуги они могут получать по своему выбору в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Набор социальных услуг состоит из трех частей – бесплатных лекарственных препаратов, бесплатного санаторно-курортного лечения, бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также к месту санаторно-курортного лечения и обратно. Обращаем ваше внимание, что отказаться от набора социальных услуг можно полностью или частично. Также можно восстановить получение услуг. Обратиться с заявлением можно в Управление Пенсионного фонда по адресу улица Толстого, дом 51, по телефонам 2-31-70-3-29-82, а также многофункциональный центр по адресу улица Красная, 46.